По словам стражей порядка на железной дороге, оперативная обстановка на линии стабильна. Число уголовных правонарушений снижено на 19,2%. В то же время процент раскрываемости преступлений снизился с 82 до 68. Подробнее в сюжете. Всего за прошлый год на линии железной дороги на территории области зарегистрированы 42 правонарушения. Преступления из категории тяжких и особо тяжких не было зафиксировано. Снизился процент раскрываемости краж личного имущества, число которых не изменилось. Было много фактов краж сотовых телефонов. Они на 100% раскрыты. По остальным, по одежде и другим предметам личного имущества не раскрыты. По кражам зарегистрировано 15 фактов. Дела переданы в судебные органы. С начала года уже выявлены 5 фактов краж личного имущества. Полицейские просят пассажиров быть бдительными и нетерпимо относиться к любым видам правонарушений. В связи с чем в первом месяце года на станции «Уральск» проводилась 4-дневная акция «Нулевая терпимость». За это время выявлены 39 различных административных правонарушений. Балларный, окушларный, арасында профилактикалық жұмыстар өткізілді. Мы посещали школы, проводили там профилактические разъяснительные беседы. Также за этот период с объектов транспорта сняты и доставлены в правоохранительные органы 4 несовершеннолетних. Ведем работу с пассажирами. Проблемой для линейной полиции, так же как и для дорожников, остается безнадзорно пасущийся скот и люди, переходящие пути в неустановленных местах. В целом, за прошлый год к административной ответственности за это нарушение привлечены 743 человека. Зарегистрированы 10 фактов экстренного торможения, среди которых 4 факта гибели людей. Профилактическая работа продолжается. Алмагуль Джампейсова, Алтынбек Танышкалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжайк.